Сергей Руднев. Мастер спорта международного класса по гиревому спорту. Шестикратный победитель Кубка России. Пятикратный чемпион России. Чемпион Европы 2010 года. Пятикратный чемпион мира. Тренер сборной команды России по гиревому спорту в 2007-2010 годах. В настоящее время главный тренер Международной академии гиревого спорта и фитнеса. Подготовил более 200 кандидатов в мастера спорта, 43 мастера спорта, 8 мастеров международного класса и одного заслуженного мастера спорта. Уже 30 лет я занимаюсь спортом, из них 22 года занимаюсь гиревым спортом. Ни для кого не является секретом, что у каждого опытного спортсмена, у каждого тренера есть своя схема фармакологической поддержки, своя особая диета при подготовке к соревнованиям, которую он строго придерживается и в которой, которая является залогом его успеха. Перед каждыми соревнованиями, где-то месяца за два, за два с половиной, я шел в аптеку и закупал там целый пакет различных медикаментов, ну, допустим, рибоксин, который я пил для поддержки сердечно-сосудистой системы, калдимах, то же самое для этой же цели, для чистки печени я пил инсали форте, для улучшения проводимости нервного сигнала пил пантагам и так далее. В общем, получалось, что с каждым приемом пищи я употреблял, можно сказать, вот такую вот жменю различных таблеток. В конце 2007 года мне исполнилось 40 лет. То есть 2008 год – это первый год, когда я начал выступать на пятом десятке. Первые мои соревнования в этом году были – это чемпионат Сибири и Дальнего Востока в апреле, вот, на котором я стал вторым, ну, неожиданно для себя. Потом в мае я выступил на чемпионате России и стал третьим, причем с большим трудом. И соперники уже так в дружеской беседе со мной уже говорят, мол, дядя Сережа, мол, наверное, уже хватит тебе выступать. Пятый десяток, уже возраст не пионерский. Ну и я сам решил завязать со спортом. В августе 2008 года у меня супруга поехала на золотую конференцию компании Oriflame в город Афины, где как раз состоялась презентация новой линии продукции. Это вот товары для здоровья, витамины и белково-углеводный коктейль от компании Oriflame. Эта линия называется Wellness. Она приехала, вернулась с этой золотой конференции и привезла мне 5 упаковочек вот таких вот мужских витаминов и 5 упаковок коктейля. Ну и говорит, вот, Сережа, мол, ты готовишься к соревнованиям, на, вот я тебе привезла коктейль и витамины. Ну, я что могу сказать, ну, как опытный спортсмен, как я уже перепробовал очень много вариантов различных коктейлей, различных витаминов. Если бы я готовился серьезно к соревнованиям, я бы никогда не променял те бренды, которым я уже доверял. Я всегда покупал себе там витамины Twin Lab, покупал коктейль Demontize. Вот, или там Vader, или Art Lab, ну, в общем, там авторитетные бренды, которые годами уже зарекомендовали себя на рынке спортивного питания, я бы, конечно, никогда не променял на продукцию какой-то косметической компании. А тут, поскольку я к соревнованиям готовился несерьезно и не рассчитывал показывать высоких результатов, для меня было главное съездить в Москву, вот, я согласился готовиться на то, что привезла моя жена. Еду на соревнования. И выигрываю. Выигрываю у всех тех, кому я проиграл на чемпионате России. Причем выигрываю с большим отрывом, очень легко. Ну и, соответственно, попадаю в сборную команду России и еду в ноябре на чемпионат мира. Выигрываю чемпионат мира. Вот. И потом, получается, 8-й, 9-й, 10-й год. 3 года я выступал на всех стартах. То есть чемпионат Сибири, Дальнего Востока, Кубок России, чемпионат России, чемпионат мира. И в 2010 году я единственный раз поехал и выиграл чемпионат Европы. Вот. Ну, я, разумеется, сразу, вот как я выиграл Кубок России, я начал сравнивать, чем отличается моя подготовка к этому Кубку России, к данным конкретным соревнованиям, и моя подготовка вообще. Методика тренировок у меня абсолютно не поменялась. То есть, сколько я поднимал гири, вот какие подходы я делал на тренировках, такие я и делал. Единственное, чем отличалось, это тем, что я до 2008 года не употреблял продукцию Wellness, и в 2008 году я ее начал употреблять. Ну и потом, в последующем, когда я уже вот после этого Кубка России готовился к чемпионату мира, я понял, что это действительно так. Ну и результат говорит сам за себя. И даже вот если сравнивать, например, ну вот 12 лет до 2008 года и 3 года после 2008 года, за 12 лет я выиграл 2 чемпионата мира из 12. После 2008 года, когда стал принимать продукцию Wellness, я
Выиграл 3 из 3, при условии, что я уже был на пятом десятке, старше 40 лет. Международный турнир в Соединенных Штатах Америки, IKFF National, в ноябре 2011 года. Вот, я его выиграл. И причем выиграл, опять же, хочу заметить, в возрасте 44 года я показал свой лучший результат. То есть результат, он зависит от чего? От физического состояния. И, при том условии, что я занимаюсь гиревым спортом больше 20 лет, то есть моей технике улучшаться больше некуда. На том уровне, на котором я сейчас тренируюсь и выступаю, результат может вырасти только за счет улучшения физических качеств. И, я опять же, здесь уже я просто уверен, что это именно из-за того, что я употребляю продукцию Wellness компании Reflame. Этот продукт, если внимательно почитать, имеет очень уникальный состав. Это трехкомпонентный белок, белок зеленого горошка, молочный протеин и яичный протеин. Всего 32% белка, 42% углеводов. Углеводы здесь представлены измельченными в порошок свеклой, яблоками и шиповником. Все продукты исключительно натуральные. И также здесь 8% жирных кислот, из них 6% омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, то есть тех жирных кислот, которые действительно полезны для нашего организма, которые нормализуют липидный обмен, которые уменьшают уровень холестерина. Также этот коктейль обогащен витаминами и микроэлементами. Но этих витаминов и микроэлементов здесь далеко не суточная доза, и поэтому еще разработан был витаминно-минеральный комплекс Wellness Pack. Вот в этом пакетике 4 капсулки. Одна капсулка – это непосредственно витаминно-минеральный комплекс, употребляя который мы получаем 100% дозу всех витаминов и микроэлементов, которые необходимы человеческому организму для нормального существования. 2 капсулки рыбьего жира и 1 капсулка астаксантина. Вот про рыбий жир я хотел дополнительно сказать, что у меня очень чувствительная кожа на минусовую температуру. То есть зимой, когда температура опускалась ниже нуля, у меня всегда трескалась кожа на руках, трескались губы. И я постоянно мазал руки кремом и пользовался губным гигиеническим карандашом. С 2008 года, как я стал принимать этот комплекс витаминов, благодаря рыбьему жиру, я об этой проблеме забыл. Я не мажу руки кремом, не пользуюсь гигиеническим карандашом, и у меня ничего больше не трескается. Вся эта продукция изготовлена в Швеции. Вообще, у меня с детства со словом «Швеция», с упоминанием об этой стране, всегда связаны исключительно положительные эмоции. В 2011 году зимой мне посчастливилось побывать в Швеции. Я был по работе в командировке в городе Мутала. И проездом там останавливались мы один день, я погулял по Стокгольму. Конечно, на меня это все произвело неизгладимое впечатление. Мне очень понравилось, очень впечатлило, как шведы заботятся об экологии в своей стране, как они любят свою страну, как там везде чисто, аккуратно, какая там чистая питьевая вода. И в Швеции очень высокий стандарт качества на все товары и вообще на все, что связано со здоровьем. То есть я свято верю в то, что если эти продукты разрешены к реализации в Швеции, разрешены к употреблению в Швеции, значит, это товары и продукция очень высокого качества. В качестве рекомендации по ее применению. Витаминно-минеральный комплекс. Витамины организму нужны всегда. Их нужно принимать без перерывов, не циклами. Многие думают, что нужно принимать циклами, то есть там месяц принимаешь, месяц отдыхаешь. Витамины организму нужны всегда. Сейчас, в наше трудное время, эта проблема наиболее актуальна. Почему? Потому что, бытует такое мнение, что можно за счет того, что увеличить там рацион приема овощей и фруктов, можно, покрыть суточную дозу витаминов и микроэлементов. И можно не принимать витаминно-минеральный комплекс. Российская академия медицинских наук проводила независимое исследование и сравнивали продукты, которые мы покупаем в магазине сейчас и которые покупали 20-30 лет тому назад. Витаминов и микроэлементов сейчас не то что там на какие-нибудь проценты, в разы меньше, чем 30 лет назад. Сейчас только в этом может быть спасение вашего здоровья, сохранение вашего иммунитета, вашей жизненной энергии. Белково-углеводный комплекс Natural Balance. Его можно применять
как для корректировки веса, то есть для сгонки веса. Но вот в частности я в ноябре 2011 года для того, чтобы мне выступить на соревнованиях, мне нужно было уменьшить свой вес на 3 килограмма, чтобы войти в ту весовую категорию, в которую я хотел. Ну, при моей комплекции согнать 3 килограмма – это достаточно проблематично. Этот продукт, он изначально планировался к применению как заменитель пищи для лежачих больных. Вот, то есть он содержит все необходимые ингредиенты для существования, все питательные вещества, которые нужны человеку в повседневной жизни. И им он, как полноценный заменитель пищи. И вот я этим коктейлем заменял ужин. И за 3 недели до соревнований у меня ушло 3 килограмма. И здесь вот что я хочу отметить. Я перепробовал очень много подобной продукции различных фирм. Значит, коктейль Natural Balance не вызывает никаких пикантных там особенностей, явлений, связанных с пищеварением. Это очень большой плюс. И я не потерял спортивную форму. То есть я мог, конечно, согнать эти же 3 килограмма, если бы я там сел на какую-нибудь кефирную или мандариновую диету, но при этом я бы еле вышел на помост. А здесь я вышел на помост и показал высокий результат. Ну, вот я уже говорил, что это я показал свой лучший результат за всю свою спортивную карьеру. Также можно при помощи этого коктейля набрать мышечную массу. Это вот я рекомендую спортсменам. Я как сам спортсмен, я сам это то же самое на себе прочувствовал. Если вы занимаетесь спортом и хотите вот укрепить именно свою мышечную систему, этот коктейль за час тренировки, ну где-то 2-3 порции, потому что одной порции для роста мышц это мало. И где-то минут через 45, через час после тренировки. То же самое, двойную, тройную порцию. И также я этот коктейль рекомендую принимать вообще в повседневной жизни. Вот очень многие делают дополнительные перекусы, дополнительные приемы пищи между основными. То есть, а делают их обычно, что они едят? Шоколадки или печенюшки с чаем. То есть, допустим, между завтраком и обедом, между обедом и ужином. Вот я рекомендую вот эти перекусы заполнять вот этим коктейлем. Намного полезнее, даже если скрупулезно к этому вопросу подойти, дешевле, вот, и проще. Я всегда, у меня вот моя работа связана с частыми командировками, выездами на соревнования, на обучающие мероприятия. Вот, и я в командировке всегда с собой беру этот коктейль. Вот я еду, например, недели на две, я с собой беру их упаковок 5. И очень часто возникают ситуации, когда я не могу себе позволить полноценно там поесть, у меня или нет времени, или нет возможности где-нибудь там в каком-нибудь аэропорту там, или на вокзале, или мало ли там в какой-нибудь гостинице. Вот, не всегда есть возможность хорошо поесть. И я тогда, вот меня выручает коктейль Natural Balance. Я всегда с собой вожу, у меня есть бутылочка воды, есть шейкер, в котором это можно размешать. И я с удовольствием его принимаю. Итак, wellness, он же здоровый образ жизни, он же валеология, он же оздоровительный фитнес. Целью всего этого является, первое, хорошо себя чувствовать, второе, хорошо выглядеть. И для того, чтобы достигнуть этих двух благородных целей, вам поможет линия продукции компании Oriflame под названием Wellness.